Святая Ефимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году. Полтора столетия спустя, когда христианская церковь стала господствующей в Риме, в церкви, где почивали мощи святой великомученицы Ефимии, шли заседания 4-го Вселенского собора. Этот собор был создан, чтобы оспорить ересь монофизитов и принять точную формулировку догмата о природе Бога-человека Иисуса Христа. После долгих прений стороны не могли прийти к согласному решению. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу через его несомненную носительницу, святую Ефимию. Православные святители и их противники написали свои определения на отдельных свитках и оставили их в гробнице Ефимии Всехвальной на груди святой. Потом гробницу запечатали и поставили возле нее стражу на 3 дня. Обе стороны спора наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Когда через 3 дня ковчег с мощами открыли, то свиток с православным исповеданием святая Ефимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала свиток патриарху. После этого чуда многие еретики вернулись в церковь.